Сейчас на ребре, и он сразу сказал, все это, блядь. Все это, блядь. Я всегда так говорю. Все это, блядь. Все это, виноват, Синтек. Все нет, это, блядь. Нет, я там не был виноват. Там, короче, АФК шел хант, и, короче, в него влетел босс, ебать, он заэвейдился, и потом мы начали бить, я растерялся и сдох, короче, как бич. Растерялся. Это же обычка была. Ну, нам просто все урон получали, я думаю, блядь, похуй, буду хилить. А потом лужу не заметил, потому что у меня отключены все эффекты, и я получаю урон от лужи только тогда, когда она по мне уже тикает, ебать. То есть я ее даже не вижу. Очень понятно, ладно. Может, дальше сейчас. Монитор просто забыл включить, ну, я понял. Ну, там это на X2 чуваки с новой геодаты веселятся. Кстати, я не понял, там нельзя мобов бить, и там нельзя купить шмотки ниоткуда. Я что-то вообще не понимаю, нафига ты геодат нужна? Ну, для ПВПшников сделали, видимо. Геодата? Вот. Ты через магазин покупаешь все шмотки и камни? Да я зашел через магазин, мне сказали, пососи, блин. Там ничего купить нельзя, там даже... Там ПВП шмот только, и все. Ай, осуждаю. А мобов почему нельзя бить? Почему? Ну, типа, они не разрешают. Так там геодата на арене изменена. Кто не разрешает? Ты должен арену тестить, а не мобов. Никто. Так вон, у них сейчас он жалуется в Каражане, мобы падают под текстуру. Так они дауны, нахуй, они откатят эту хуйню, они ебанутые хуйню сделали, нахуй. А чё можно на ленинг геодат? А чё там, блин, челик запустил на магии стрелы за пилар? Ну, так это всегда так было. Варрым в комп под лифты ушел, например. Чё такое геодата вообще? Чё, ну это... вот... геодата, нахуй. Ну, дата, что это такое? Ну, дата, ты смотришь, ну, так скажем, число, вот, месяц, год, нахуй, да? Нет, расположение, скажем, у твоего врага. То есть там, вот, скажем, ты юзаешь, вот я юзаю в тебя, скажу, твою хуйню. Это хуйня, вот видишь, юзается. Она может некорректно юзаться. Это все хуйня. Есть текстуры, и вот есть земля, есть, по которой ты бегаешь, есть вода. Вот это все, это геодата, блядь. У нее разные свойства. Вот если ты под водой с определенной скоростью плаваешь, ну как будто летаешь, бывает, так рукой машешь, вот то же самое, только под водой, блядь. Это геодата, все. Вот. Если ты на дно приплыл и проплыл дно и попал в пустоту, нахуй, это значит хуевая геодата, блядь. Данные. Данные, да, то есть есть вот это вот, эти файлы, когда открываешь папку с Вовкой, там дата есть. И там вот эта вся хуйня, это дата, нахуй, это геодата, блядь. Понял, да? Это геодата. Понял. Это все я геодата. Понял. Геа, ну знаешь же, география, да, вот изучаю вот Землю. Нововведение на форуме читал, что-то там сказали, там изменить, блядь, сделают шанс прокол. 70%, а у меня до сих пор написано 50%. Это наебало. Это ты про варов, если это, да. это будет завтра, еще пока не меняли. Это? Ну, скорее всего, вечером, завтра. Возможно. Да, то есть не будут запускать по... Интересно. Ну, говорю, это помойка, говорю, фурика, все, блин, говно, это ничего не решает. Эти 70, ну, как сказать, 50. Ну, типа, блядь, ну, как сказать, 70-50, решает, блядь. Тут, ну, на трэше решает, может быть, я не знаю, честно, но я что-то потестил, как бы, этот, если даже, тут тоже зависит от удачи, как бы, 70. Ну, сейчас, смотри, у тебя каждый, как сказать. Каждый третий хорошо удар, да? Ну. Тебе надо варова свой одеть в бис, как у бигдема, и потом уже смотреть, что там решает, что не решает. Он у тебя там не дело... одетый. Нет, нет, там дело не в том, что бис не бис. Там фишка в чем идет. Ты накопитель ярости у тебя идет. То есть у тебя раньше было 50%. 50% твоих ударов, они накапливают накопитель ярости. Потом ты накопил 5 стаков. В онлайне. Да, ты накопил 5 стаков, хоп, взяется круговая атака. А сейчас делай вместо 50% от всех ударов, тебе дают 70% от всех ударов. Ну, то есть, скажем, ты дал вертуху, и у тебя там еще удар, героический удар. То есть три удара сделал. Пошли на соляру. Из этих трех может быть два удара. А, надо рухнуть. Ламура. То есть у тебя два стака. Ну, смотри, если до этого у тебя было, например, два из четырех. Один со мной на стумон, пошлите. А теперь будет три из четырех. Каука, шахта, ну, посмотрим, как бы. Просто я не знаю, если как бы не будет уходить прям такое, как сказать, круговуха. Голос просто этот, низкий. Просто круговуха не будет уходить такую, скажем, что это типа ГКД. Низкий. Ничего не значит, блядь. Так, это самое. Давайте, значит, смотрите. Расплодить один на сум. Идет шалфер со мной. Этот, смотрите, надо сделать так, чтобы сейчас у нас хилы захиливали цель, которую бьет соляра.
Чтобы это было, ну, чтобы это было стопудово сделано, нужно либо, чтобы кто-то один анонсил это со стопроцентной вероятностью, кто меньше всего напрягается, там, допустим, Эрдру какой-то, вот, и все остальные хилы это слушали. Вот, метка на, ну, на автомате должна выноситься черепок, вот, ну, подкидываете рейд, ГП будет, вот, это самое. И, ну, надо подумать, короче, это, в 5 или в 4 хила оставить. Давай в 4. Тогда синтека надо в сову спекать. Но кого вообще будет друид? Ну, синтек или друиды инвалида? У них одинаковые. Вот тогда. Ну и по фласкам, блядь. Чё мы тогда пили? С Валерой разница. Сапроты вроде пили. Хилы сапроты пили. Хилы сапроты, да. ДД фласки пьют. Да. Но я вчера просидел фулл бой под этой под настоем ДДшным. Ну ничего, вроде нормально все. Так, ну пока по одной давайте. А Голомор праведная, выключи. Так, рарник на. У меня еще 8 штук осталось со вчера. Так. Что там, кому кидать? Трейд? Рарнику и Холидринку. У меня СПД есть, фласки, и сапроты есть. Ну, по 10. Да? Так, на тебе. Владикон. На тебе этот самый. По 2 или по 1? Закрой, я тебе сейчас дам еще СПД. Праведное, выключи. Холидринк тебе? А че бидон ты мне даешь? Я бегу еще. Пока а Invisible тебе сапрот нужен? Это закрой, я тебе дам еще СПДшка. Водикон, закрой. У меня нет ДД. А сколько раздавать? По одной, по две? Давай по одной пока, Рарик. Блять. Водикон, закрой там обмен. Угу. Закрыл. Вот еще там на будущее. У меня хватает еще 10 штук, 12, 14. Ну пускай даже. На будущее будет пока. Invisible, да. Все, пока по одной, сейчас посмотрим, как потраем. Ну, в принципе, все были. Бигдем, ты знаешь, что делать? Это нет. Слава, чтобы ты понял, сколько, ну, типа, нет, передаете этих ласок, ебаных. Да просто за неделю. Это у меня еще две осталось. Таня, ты знаешь, что делать? Чтобы... Не знаю, это нет. Короче, первая фаза, он получается, ну, кастит, это все прохиливается, будет метка вешаться, мы стоим в центре, тебе достаточно выбежать, ну, до края большого круга. Не вынесите метку, это сразу вайп рейда. Ну и заливать трэш, он будет исчезать, будет пачка мелких трэшев, и потом два приста будет выходить, и там надо им сбивать косты. Они будут босса отхиливать. И заливать их. Приор это идет мобы. В принципе, там еще мили... Из рейда. Равник. Если вокруг тебя в 10 метров стоит кто-то, он взлетит и упадет и умрет. Череп из рейда выносить. Где маг? Летит. Охуй, в какую сторону. И подъебало боссу не было. Там жалко. Сбивание костов надо назначать же. Нахуй вы паровоз ставите, я не понимаю. Тебе же он понравился в последнее время. Че ты опять негативишь на него? Этот самый. Два мага. World и. Лучше скелета возьмите. World и Troll D будете сбивать каст. Каст сбивается. Ай, блять, уёбки нахуй. Я хуею, это очень смешно нахуй. Давайте пулить, чтобы вот так вот не заниматься хуйнёй нахуй. Долго там? Долго там? Вы уже сломали поезд этот, вернись, блять. Ещё подсолнух сломайте нахуй.
Какой подсолнух? Я не ебу, вон он, блядь, мелкий, нахуй. Какой, блядь, подсолнух? Поющий, блядь. Вон Биг Дэм стоит подсолнух. По башке ему, нахуй. Блядь, давайте уже как бы это, да, ну... побьем хуйню. Сейчас проверка, нажмите нет всех по 10. Блядь, ебаный сыр, блядь. Классно сказал вовремя. Ну и пиздец, да, уже все да нажали. Да. Дубль 2 давай. Нажимаем нет. Равник не в диси, топа не в диси, нахуй. Я Пульдрин здесь. Не в диси, Биг Дэн, да не тут в диси. Я тут. Руанти я не в диси. Я провожу. Видишь, как дохуя. Ворлд не в диси, нахуй. Ворлд тут? Да все тебя слышат, блядь. Да я вижу. Ворлд это самое, твоя будет, твой моб со звездой, Тролл Дэ твой моб без звезды, это жрецы, которые два будут появляться. Задача, значит, сбивать им косты. Сбивать косты только полиморфом. Фером не будем, потому что они разбегаются и захилят босса. И что еще там? Еще притяжки. Ну, притяжки это у нас только 2 ДК сейчас. Это я не знаю. Но же роги вроде сбивали, нет? Чисто на реакцию. Ну и роги тоже будут сбивать. Вы дамажьте, не это, не запаривайтесь особо. Чисто смотрите, если полиморф не прошел, то ближе к концу коста старайтесь. Ну, босс на Войда. Вилаша без звезды, я со звездой моба танчу. Все, проверка и поехали. Подайте фласку, пожалуйста. Какую? СПД. Вадикону обмен кинь. Седжу, кикни его нахуй. Нет. Или что, или мне включить нахуй? В смысле, так это его голос? Я понял нахуй. Сейчас я свой тоже включу, нахуй. Это шутник. Нет, ты, Бен, да, ты завязывай, то я тебя кикну. Я понял, блядь. 5, 4, 3, 2, 1. Слабаки все с фласками, да? Геру? Геру, да. Геру. Так, Мардаунд. Ты озвучиваешь того, в кого кастует босс. Цель босса выбери и смотри, кого она выбирает цель. А я лучше другого кто-нибудь, потому что это пиздец. Синтек, выходи. Выбежал синтекс. Я вам пизды дам нахуй, бичи, блять. Вы что, не можете простой вещи сделать? Холидрин. Че, холидрин? Скильте того, кого он озвучивает, блять. Черепок, хуйня, черепок вы нас не анонсим нахуй. Только анонсим того, кого надо хилить. Дай бог, кто, кого уроните, блядь. Не, давай мы лучше черепок будем анонсить. Да, лучше черепок. Черепок, он красным пишется, нахуй. И ставится метка над головой. Что за хуйня синяя? Хуйня какая-то. Зашли в знак Солерана. Центр. А он исчез, он не прошло, наверное. А, нет, вот, подкинул. Это... Этот МВП хант без метки моба на Эвилашу, ну покажи. МВП хант. МВП. Вот фюри. Синтека кастует. Вот фюри. Войда не озвучивай, я танк, я не умру. Я дал стан. Выбежал кто-то. Ингри... Чё, пускай один равный говорит. Хэлло. Да я тут. А, вон. Он озвучивает хилам. Потому что, чтобы мы не попадали, как дауны, блядь. Хилы-то не видят, Индре, кого хилит. Не... Если в меня кастуют, то просто ничего страшного. Вот, хан. Видели хилы, нет? Вот, вроде хилят. Да, у меня папа, красным подмечается. Вот, либо начинай анонсить, либо пусть... Либо пусть рарник анонсит. Ушла, сука. Мардаун, давай так что, вот тебе иннер, блять. Давай, анонси, блять. Хилам. Я не могу, я поэтому... Короче, рарник дальше анонси, блять. Да это херня полная там. Ну, сам невозможно пропустить, блять. Ну как невозможно? Тот раз падали в 5 хилов, нахуй. Падали люди. Нормально все было. Надо, чтобы бурст... Было 5 хилов. Бурст, они всего шел. Одного уронили, когда были не готовы. Вы не готовы. Радикон вынес. Да. Гнев вот это надо выносить.
Вы маги полиморфы даете, не дают полиморфы? РДДшники, близко не подходите, сало получится. Бидон. Там приблизительно, смотрите, чтобы, ну, я надеюсь, босс не захилился. Смотрите, чтобы не докастовала эта хуйня. Значит, это будет кринж. Пиздец, анимация тут, конечно, блин. Дерьма, блядь. Сука, опять ушла, блядь. Нет, чтобы подольше в два раза, он, блядь, исчезает каждый третий. А, вот это нахуй. Сопротивление темной магии. Ебаная, нормально, это станция, а, весь бой будет. Так это будет весь бой. Где-то после 15, я думаю, надо будет доносить лучше. Элла. О, видишь? Сорвал, как? Это не по нему не сыграли. Так кто его убил? Давай. Скорее всего, кто резал? Кто там? Друид инвалид резал. Гламурчен. Гламурчен. Выноси быстрее. Там трэш, надо трэш. Он свечится, он бьет. Вы чё, сука? Вы, ну, так а нахуй бить тогда вообще? Переагривают, они переагривают. Кого переагривают? Урон идет по рейду, когда это трэш бьет. Нахуй бить, если босса сейчас захилили, блядь. Я вообще охуеваю с вас, нахуй. Как вы пропустили? Пиздец, я ебал этого босса, реально, нахуй. А босса захиливает трэш, да, там хилку? 10%, 10% от его хп, нахуй, они захиливают. А чё, кикать-то стоит нельзя, да? Не кикаются, либо стан, полиморф, либо фир. Либо откидывание, либо сало. Как вы пропустили, нахуй? World, ты по звезде работаешь? Troll Dead и без метки, блядь, или как, или что, блядь? Где эта хуйня, нахуй? Тентек, выбеги! Блять, ну кто фернул его? Не надо фирять, блять, они отойдут. Ну вот это я что? Я дал стан. Тентек, резай мордаун. Кикните, блять. Пошел каст. Вы что, ёбнулись? Нахуй вообще тогда на этого босса идти, если мы не... Зачем вы бьете, блядь, не звезду, вопрос? Когда кикать надо звездочки. Блядь. Только один раз... Потом ставь тотем на ману. Только один раз захилил или уже два раза? Пиздец, за 2 секунды. По-моему, один, я хуй знает. Ну понимаете, что мы просто время тут проебем. И, короче, если мы вайпаемся прямо сейчас с этого трая, на гидроса идем и на сегодня все. Я ебал тут сидеть. Нормально по траям? Я на этом боссе ебал сидеть, что косты пропускаете, блядь. Troll D, World Flex, что-то непонятно? Ну, вы смотрите, с какой периодичностью кидают эти хуилы, этот, как он называется? Хилку свою, нахуй. Вот, покастовали пару раз, все, дальше... Дальше 3 коста отсчитываешь, дальше начинаешь ноустопом овцу кастовать, нахуй. Чтобы ни одного коста не прошло, блядь. Звезду убили, второго жреца бейте, блядь. А то диминишинг пойдет на станы, нахуй, и будем балыбу сосать, блядь. Ролл. Он стоит, ему похуй, убегите от него. Что-то хуйня. Конечно, хуйня, блять, когда каст проебываешь. За 3, наверное, уже захилил.
захиливается, когда там такая анимация идет по этому, по боссу. Там видно. Он скоро высекивать начнет, наверное. Кикните, блядь. Провис. Видишь уже по бидону сколько. Просто разъебывает, видишь? Крип весит. Да, и стресс, и руба, короче. Пиздец, нахуй. Ну. Не, нормально, тут все бьется, если только я вот. Нормально, все, блядь. Тут просто не вообще нельзя косты проебать. Ага. Сейчас было бы на 10% меньше хп у него. Да мне же на больше, мне кажется. Пиздец, еще эти лаги, я просто рот ебал этот сервер, нахуй. У вас тоже лагает? Да не, нахуй, сидим, блядь, 500 кадров в секунду, нахуй, нормально. Башня. Кикнул один. Да тут эффектов просто. Ави. Ёбнешься. Морд. Самый ебанутый босс, нахуй, в моей жизни, нахуй. Так-то он хороший босс. На лямов 80 бы ему поменьше, нахуй. Ебанутый, самый блядь. Ебанутый босс. Ну так-то он хороший босс. Так хп, ну на, вот так, блядь, накрути кабанчику. Да, тут бой минут 18-20 идет. У Дуратара кабанчику накрути тоже миллиард хп, нахуй, вот тебе и будет, блядь. Так-то неплохой кабанчик, нахуй, только отбить его. Я так понимаю, знак Астроманта скидывает тебе знак Саларина. Да, кильте, кильте. Еро. Еро, за. Сука, мудак ебаный. Да. Топ. Че он кошем не скидывается и баблом, и глыбы? Не пробовали? Не пробовали. Савелаша. Такое. По мордаун, твиннер даун. Инра раскидайте там. А, все, не, не, меня не кидайте, не кидайте больше меня, у меня откатилось. Смотрите, мелкий он умирает, там хилить надо, пиздец. Уже выходит. Смотрите с дамагом аккуратно сейчас, когда будут выходить жрецы, чтобы вас не пошотал от вашего ее. И на пул как-то. Стоп, стоп, стоп. Есть 20 секунд, подожди, 20 секунд. Я, короче, я и Виланша забираю, которого удобно, а то мне так лагает. Не спеши таунтить, таунти того, который без звезды будет. Это уже босс шотать начал, да? Нет, это потому что не захил был. Ну я и говорю, босс шотает. Там сало, так сало было. Бах. А сало, это означает, возле жрецов не надо стоять. Все, ставь тотем. Ну вот. Да не, он не шотает, просто не захиливает. Не понял. Трюк инвалид. Чтоб сала не было, надо от мобов, от жрецов находиться, ну, подальше. Давайте падаем. Падайте, стопайте хил. Стоим, умираем. Бля, в натуре бесконечно. Чё, команда. У нас стресс тут хуёво работает, просто встаем бежим. Да, да, встаем бежим. Жаль, лучше так. Не вставал, тебе не ма средств не юзать. Это еще, блядь, сагрится опять. Куда вы убежали? Подойдите в центр. Че вы делаете? Босс не сывейдится, надо быстрее сдохнуть. Надо не сывейдиться вообще.
И пока тело не покидаем, сейчас все сдохнут, тогда уже покинем. Короче, давай, знаешь, назовем. Что делать? Значим 4 людей на звезду и 4 людей, которые не звезду бьют. Ну, кикают косты именно. Ну, кого стреляет босс стрелы, это хилы должны смотреть, а не это. Не, кто именно косты кикает. Не, косты, да. Давайте поназначим, так будет проще. Ну, я могу на лока... И назначим по номерам, кто кикает. Зайти на лока? Нахуя? Надо хидить, блядь, сюда. А здесь я просто в сейве дамажу, как бы. А чё, это как там, красноязычие или чё? Никто же не кидает сейчас. Могу косноязь, ебать, вот, кинуть на натуре. Чё, зайти за лока? Там и 20-ка будет, и косноязычие будет. Вот. Лока все равно нету. Ну, ты прям на локе хорошо играешь, да? Как бы... Да, не заебал. Да я уже выучил ротацию, 20-ку давал, ебать, когда я на локе ходил. Заебал, заходи, блядь. Это суммонить надо его. Его суммонить надо. Че там, обход начался? О, как раз еще обход. Нет, да что значит, мы тебя ждем, да, еще? Нет, нет, они так зайдут, типа, чисто. Ага, блядь, на столе грязно. Пидарас. Ой, ну все. Надо. Ща быстренько уберу. О, блядь, вот нахуй спрятать. Оба не врат. Владимир, положи туда. Кринж. Очень рядом. Очень рядом. Че, да? На всех пеках, на всех персах. Ставь рыбу. Тут же ставил. Рыба уже была. Да нахуя еще-то, ебаный стос. Кстати, вопрос на 10 тысяч миллионов. Где мне поставить в этом ДБМе, чтобы я видел, типа там, тотемы шамана, тотем прилива, там, БР. Это где вообще находится? В заклинаниях, только там надо ID будет каждого спыла водить. И может крашить игру из-за этого. Кто не знаю, автоматически показывает. Кто работает по метке по звезде? По звезде работает топа и. Ну и из рок это все. Мне ты же наоборот работ... говорил. Наоборот говорил. Все, что ты без звезды. Вы по звезде, а тут же наебал. Ладно, топа работает не по звезде. По звезде работает Седжу, Крипта и остальные, кто может кикать. Маги. Главное, чтобы равномерное число людей на двух мобов сидело. То есть на одном там 4-5 тел, на другом 4-5 тел. Маги, вы тут? Вы не относитесь, что ли, к этой хуйне или как? Ну я говорю, пусть распределяются. Значит. Я уже назначал. Вы забыли? Вот на мобах хилы и маги пусть выходят на, ну, дальний круг. Чтобы сало не ловить, чтобы неожиданных ситуаций не было. World of Text, ты тут? Нет? Я не понимаю, вроде говорил, что вы, ну, ноль эмоций. А что тебе сказать надо? Ты, блядь, говоришь кикать звезду, и что, я должен ответить ок? Да. Хиксом, я хиксом только, надо. Я только что спросил, кто работает по звезде. Маги молчат, только роги. И скажут. Распределил до этого, что я звезду, а тролл Д без звезды. Да, да. И повторяешь опять. Вот, я думал, что... Ну, чтоб не забыли, на всякий случай. Только очередность. Получается, я кикаю третий каст, а тролл Д кикать второй вне звезде, потому не, что... Не кикаете, вы... Ну, блядь, шипаем, блядь. Шипаете, ну, вы... Понятно, что это кик. Вы шипаете именно. Блядь, не стану, а мы топа, блядь, тебе... Седжу, подожди, сука, я разговариваю с магами, блядь. У них полиморф, это эффект, он не дает стан, он сбивает каст. Вот, моб превращается и превращается обратно, потому что по нему доты бьют. Вы не первый, второй, третий, вы все касты должны полиморфить.
Вот вы сейчас будем бить, да? Вы выходите, смотрите, значит, они выходят, там 3 секунды их там, ну, можешь каст там дать, ну, 2 каста, 2 ГКД дай, и все, дальше покастуй полиморф до тех пор, пока ты не убедишься, что ты сбил ему каст. Дальше опять каста 3 дай, чтобы, ну, дамаг какой-то был. Дальше опять полиморф спамишь, вот и все, чтобы это было стопудово. А то, что у них там, у них диминишинг, если пойдет на стан, нахуй, они дадут стан, будет невосприимчивость, а полиморфа не будет, и будет отхил босса на 10%, а нам это нахуй не надо. Все, и тогда босс убьется, блядь. А, и еще. Значит, мелких мобов. Во-первых, не ауешить, а ждать, пока рога даст напул. Напуливать будет, короче, мелких. Давай. Ну, ты же сука. Будешь их держать. Да, это самое. Давай, короче, давай один напул оставим. Крипто Эвил, ты будешь напуливать. А остальные 3 напула будете давать, когда будут до того, как будут выходить жрецы. И будете тоже на меня пулить. МВП Хант, ну, просто ауешкой пуль, а потом, когда откатится на Даш... На тебя тоже, да? Не на Даш. Не на Вилаш. Даш, штука один ты, рога, да? Ты пуль на Вилашу, похуй. И потом, когда откатится на пул жреца, который без метки, напуливаешь на Вилашу. Вот, чтобы не было так, что жрецы, они, видишь, они рядом появляются с нами. И чтобы они, не шот... ауешну, типа, чтобы да. Они никого не шотнули, самое главное. Вот, поэтому, грубо говоря, первый напул прошел, там секунд 5 отсчитали и даете напулы, чтобы мобы появились, и вы уже напулы давали на это, на танк. Чтобы они не шотнули, потому что они по 25 тысяч бьют, они шотнули. Ну, защику им нахуй, значит. Герб, дали. А, есть. Надо. Педал. Надо у нас. Можно было просто вправо отойти. Опа. К медведю ближе станьте. Чё вы стоите, как хуй пойми где нахуй. Вот вы сдохнете нахуй, будет глубоко похуй. Вставайте в медведя всегда. В точку, где мобам... От трех лучей ближайшая точка, чтобы им бежать было. Метку быстрее ставьте, блять. Ну ставь, ты лагаешь. Прям. Давай я буду ставить метку. Даже друг умер. Ламор. Синтек резко. Дроида. Бля. Синтека же кипнули. Чего? Синтек на локе. Синтек на локе. Наследник умер. Да, спасибо. Лиза. Друид, вставай, резнишь рарника. Пиздец, не побил босса даже. Вот стоим разбав, тут. Разбафайте. Возле медведя. Разбав уже. Ты ставишь сейчас, да? Потому что у меня когда эти мелкие, у меня висит. Метик выбеги. Привет.
моб докастил сейчас или нет? Приз. Ну, судя по хп. Че звезда на Соларе? Ну, блядь. ГГ нахуй. Ничего, блядь, просто так. Бидон, ставь ТТМ. Вот мелкий умирает, может свит сдавать? Потому что умирает кто-то. Друид. Ну, примерно задержка небольшая у нас с тобой. Представишь, через 1/10 секунду я ставлю. Ты через макро? Ну да. Мне надо в цель еще выбрать этого пидора. Там весь... А я вручную. И сел. Я могу через фокс ставить. Если там у челиков по 120 FPS, как бы можно было бы проявить, ну, видишь, всем похуй. Знаешь, что можно? Когда выходят жрецы, сейф проживать. Массейф. Я говорю, я могу черепок ставить на репонт одного там. Давай, Саня, черепок не надо. Черепок не надо ставить. Ты видишь, он ставится мне ДБМом. Надо, мне надо макрос переписать. Чтобы... Надо сейчас ставить. Ничего. Вот главное, в медведя встаньте, чтобы мобы одинаково быстро до нас дошли. Индрет. Бля, я... Что у тебя, блядь? Да стрелы опять, стрелы не запьяли. Ну видишь... Жми бабл, если что. Ну а хули? А у меня и сало было. Митрик, побеги! А вы... это... Трави, стресса и рарник. Под жрецами не стойте хилы, чтобы вот так вы проебываете из-за сала, видать, людей, нахуй. 8 метров а вокруг... Рарник. Вокруг жрецов 8 лет. Я не знаю, нахуй. Это залупа ебаная, нахуй. Трое улетели. Не, говорю, когда жрецы появляются, дальше мать мой сайт. Там на пункте. Просто хилам просто надо в другую сторону сбегаться надо, когда жрецы приходят. Хилам особенно. Вообще надо. Да, славить, выйти да. За круг надо. В ебеня. Не обязательно ебеня, просто 15 метров отойти, блядь. Вот как... Сейчас взломай. Там сало 8 метров, по-моему. 8 метров сало. А дальше от лучей все. Ну вот все, отойдите просто еще. Морда. Куда? Дал такого босса, блядь. Нарисуют хп и сидят радуются, блять, уёбки. Припаю. Кош снимает, кстати. Коша можно просто снять в рейде, да? Ну, проверьте, блядь, я хуй знаю. Вы проверили? Ну, проверил, сказал. Ну вот. Заебись. Понял, её хинули, нет? Я не прокнула ни разу еще. В медведя встаньте, сука, в медведя, нахуй. Как я мобов буду собирать, блядь? Я чё, флеш, что ли? Учи. Нет, Бэтмен. Ну. Станете Алексом Мёрстером? Хилы отбежали. Повела. Да, уже отбежать. Сюда, моба, сюда, моба. Гравилаша летает. Бедо. Кикати, кикати.
Там если захилиться, каст пройдет такой. Продам. Если чувствовать, что прям сдохните, тоже личные свои поджимайте хотя бы, то это действо то еще. Им еще, чтобы это знать, надо знать, что их дамажит именно, потому что, ну, это видишь. Успокойся, да, медведь, я на каждой фазе барскин прожимаю просто и все. Ну, видишь, одно дело нажать просто так, а другое, когда в тебя бьют. Или... Уходите, кастер, риск. Центр. Пять. Еще экран, блядь, трясется. Вообще ебанутый. Крит инвалид. Убегайте от него, нет, все нормально. Где-то мы под... Гера откатилась, можно на следующей фазе Геру давать. Да, выйдет, когда выйдет. Этих залить и все. Геру сдадите. Да, 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 да. Осторожно, Савнешка. Не спешите подохнуть. Хилы разбежались. Найти Геро. Че, 10% снесли? Ну или 8, или 9, где-то так. 42. Немножко еще, блядь. Силы выбежали. Все, уже выбегаете, выбегаете. Так, сейф надо. Мифик, по Вадикону СС кастуешь. Я переставил, блять, подлагало. У друида Бэд откатился, если что. Бедон. Хилили босса? Или мне показалось? Нет, нет, хил не успел, он докастить. Или это был БР такой? Что это было, нахуй? Ну захилили же. Инвалид. Нет. Нет. Тролл 2. У него столько же было. Только и был. Тролл Т, поднимите, юпал мана быстрее. Сейчас это друид, пусть поднимает его. Какой друид? Вадикон, резко. Поднимаю, поднимаю. Друид. Потому что они сбивают же, блядь. Все только БРы не отдайте. Ты не отдал Вадикон? Нет, не стал. СС на Вадикона сделаешь, Мифик. 19%, 18%. До перефазы. Идр там, смотри, у кого меньше будет, сейчас у гламура меньше. А что там будет? Гламур, ну, Инер, залейте. Там экзекут фаза. Бетон, сайт там если есть. Готовьтесь выходить, РДД. А сейф есть, масс сейф какой-нибудь? Инвизибл. Вывела, что напулил кого-то из мобов. Блять, как вы за... Друг инвалид.
Да мы с задержкой ставим, пока он поставит, пока я поставлю. Задержка вроде одинаковая. Он на одного ставит, я на другого ставлю, блядь. Ну ставь ты тогда, Слава. Давай. А, так вы оба ставили, что ли? Да, они оба ставят, оба ставят. Просто когда ставишь, люди говорят, типа, ой, блядь, быстрее метку ставьте. Ладно, давайте так играем. Ставится, так ставится, один пусть ставит. Так, икона есть СС. Есть у тебя СС, да? 12%. 3% стекли. Чё? Это экзекут фазе. Только... Да хрен его знает. Да не бей, не парьтесь. Всё то же самое. Пеняка превращается, больше брони у него. Там, по-моему, фир только дается, там на рейндж надо выйти, и все, и стрела в танка кастуется. Там два каста так. Хилы вышли, хилы, хилы. Уже выходите, да, все. Тебя, блядь, вишу нахуй. Это говно, пока мелкое исчезнет, блядь. Еще Вилаш атаунтит именно того. В следующий раз я буду ставить. Которого я нахуй звезду ставлю. И что-то вот так вот, нахуй. Не с такими лагами хули. Не поиграешь нахуй. Сбить. Главное кошки даже бить. Кош. Ну на следующий раз ее займешь. Шелфир. Бигдэм. 3% всего лишь. Сейчас переведем скоро. 9% очень. А на 20 или на 20? Да. На 25. На 20. Не успеем. Сэджи. А кто тебе сказал на 25? Ну вроде 25 же написано, нет? Ну, вообще в книжке написано 20. Не разбивал? А 20? Нет, разбиваешься. В книжке написано 20. Книжка бага. Ну если ты подкинешь остальные... Везде говорят, что 25, Лёха, я не знаю. Всё, главное переведите, потом уже узнаю 20 и 25. Все, выходить. Блять, ебаный нахуй. Косты, косты. Кикнул. Прям разъебан изо всех сил. Сейчас он еще в синяка превратится, он если синяка захилит, вообще очков будет. Так, не ходите к тому. Заберите, грипаните, да. Каст. Грип, шип дали нормально. Гимнуй на хп. Жрец другого жреца захилил. Охуеть, блядь. Сука. Пикнул. И второго быстрее добивайте. На 20, походу. Огромно 20. А хуй поймешь, блядь. Водику. Ну еще, походу, раз исчезнет. Сейчас я ворлда ресаю. Ворлда реснул. Вставай фулбаф ему. Быстрее фулбаф. Книжка не обманывает. Слава, только обманывает только по сюда, в медведя подойдите, в медведя. Идите оттуда. Надо, чтобы в одну точку мы бежали. Все, сейчас должны перевести. Сейчас жрецы, которые появятся, надо очень быстро слить. Смотрите, если на Вилаше этот гнев, то инвизибл гриппа и... Хилуши. Выходите уже, качество вообще. Возможно, гир откатится. Потихоньку мог пиздить. Смотри, вышел ты, прыгал. Чил. Мобов бьем, мобов. Просто ауешим. Тулшот уже по ней открылся по дуре, поэтому. Вот она. О. Значит, добивай. отдаю клык. Мобов не забывайте. Мобов добейте, я посмотрю, поскольку по мне бьет. Ну, нихуя себе, это под клыком. Зубы, если что есть, скажи мне, я дам. Первая фаза будет повторяться. Все, просто бейте, на рейндж встаньте, РДД. Дубовую отдал. На ману там что-то. Пиздец, нахуй. Короче, послушники. А что здесь? Меняйтесь просто танк. Не, там кого на пол? Смысл меняться, на стаки одни и те же. А уже не будут мы маленькие? Нет, это экзекутка, здесь просто надо долбить его быстрее. Так, это вот я ключ прожал, просто хуярьте, да, дальше. Поиску. Куда? На все баб. Короче, у Вадикона есть БР и у Рависта. Если что. Если что, Вилаша, готовься затаунтить.
А я не помню, таунт это нет, ну-ка сейчас попробую. Да, эффект таунта есть. Сейчас клык откатится. Ну, в принципе, да, простой босс. Все, клык отдал. Нормально. Еще рано. Могу на ману сдать. Нет, поэтому... давай на ману давай. Оп, ну, короче. Ебало, короче, на всем. Да заебал. Че там, на 3 секунды или на 4 ферряет? Вот так это. На 3 вроде. Берса. Нету берсы, равник, нету. Бейте, блядь. Какой берсу, ебашь его нахуй, я сейчас психанул. Ты слышишь, сейчас спадут, стаки спадут. Да, ладно, стаки спадут сейчас. Ничего будет. Ну, еще урона нечего будет проходить. Урона подымет. Изи! Изи. Блин, два дня ебались этим. Пошли, да. И мусорный вообще. И шмот говна. Шмот говна, нахуй. Нихуя. Шмот говна. Где Трини? Это ж тапки на блокера. Угу. Да здесь все блокеры в этом инстену. Кто у нас ЧД будет собирать, блядь? Ну топа вроде ЧД собирает. Нет, я комбо хочу. Крипто, ты будешь на ЧД брать даггер? С метки. За 10 только, если. Слушай, Войд. Окей, тогда я не буду ездить. Короче, били сколько? 19 минут? Какой? Да, где-то так. Две геры сдали, уже третья. Ну вот вторая, нет, вторая же. Вторая. Слушайте, а если Рогу прокачать талант, когда под станом, почти 19 минут больше? Короче, сейчас. Ну так а что? Короче, до 20% добиваешь и все, там даже изи. Ну тут, конкретно на этом боссе, этот талант имеет смысл. Там еще сколько? 19 минут? Там только когда на нем стан будет висеть. О, ну это все же будет момент. Робота пойдем бить, да? Да, а попробуем. Он говорил, что они бьют 17-40 минут. Ну, 2 минуты разница. А, ну, у тебя ключ есть? Ну, то на 2 да, всего я же купил. Да, пошли попробуем, я не знаю. Всем здорово. Привет, Нейт. Здорово. Ну, на роботе, здорово. Наверное, 3 танка все же надо, нет? Хуяли я, нахуй. Извинись, блядь. О, это есть кого-то заменить? Да, заходи сейчас по ДПС глянем. Можно шадов заменить. Мифик, блять. Это. Чем мы там? Ну, если что, ханта меняете, что? Нет, ханта. Это. Как мы вообще били? Хант у нас под частицей стоял нормально, да? Пусть. Ну, Войд. Мы не потратили. Вы меня. Давай просто один будет бегать вдалеке и все. Кто танк? Так проще будет. Ну, почему танк? Любой. Лоу ДПС. Любой танк. ДПС. А я в миле бить смогу? Мифик получается. Ну он не отхилится, робот, или отхилится? Он не отхилится сам по себе. Он уже пришел. Так глядел, лови его. В башке кто-нибудь. Что здесь уже надо тебе? Это пик дэм, спекайся в танк. Лол ДПС. Юля вылетела, ждем. Тут нужен ваш танк. Да, попуар с отражением нужен. Ага, думаете, робота залетит это тычка на пол столба? Напугайте его, пожалуйста. Воронку давай, блядь, извини, да. Ну я считаю, ебать, лок зарешал. 15 кодов лохнай зарешал, блядь, ты мне кажется съедал больше бы. Слава, ответ, но закинь пока. Я этот, нахуй. Ага. Я Красноярск кидал. Красноярск давал? Это... Красный язык. Красноязычий, ебать. Там мне кажется, на себе бы больше дал бы. Лицо просто плюнул бы ему с ноги просто. Ну я так-то по мобам большую часть дамажил. Там 7 лямов по жрецам и 5 лямов по боссу. Ну уже одного воки закрываем, видишь? Ну, хороший прогресс. Ок, что-то морец. Да он и не был сложным этот босс, просто все упиралось в то, что изначально как бы депос большой, огромный по этим, ну, по можно ценам. Можно гидроса 100% вот закрыть. Ну. Гидрос. Это деду надо. Гидроса 100% ты не закроешь.
Там надо посидеть подольше. Это что опять это? одна ошибка вайп. Ну... Ты уверен, может быть, в себе, но в других людях. Кто лаганул, кто там еще что-нибудь зафризил. Просто ничего сложного нету. Он рубер такой же, как соляра. Коля Дринк, я тебе так скажу. Сложных боссов здесь вообще нет, по сути. Нет, тут просто упирается в какой-то определенный момент, то есть где-то упирается в быстрый прохил, где-то упирается в быстрый дамаг, то есть это как бы они все... Где-то на пул. Все, тут все упирается. Нобы уганкают, только нобы. Да, я попал, нахуй. Заебали, да? Ой, бля, ну, минус. Куда ты, ну, на кладбище получается. Минус, нахуй. Убич. Не, ну тут, конечно, без ЭЦ сейчас сложно проходить, сразу говорю вам. Просто пиздец. Блиц на альтераке. Это реально. Нихера. Давай ты не будешь мне про альтерак говорить, я хочу просто блевать уже с альтерака. Я на игру 2 столько на альтераке наигрался за паладина, господи, мне хватит на всю жизнь. Хорошо. Так. Кто-нибудь глянул, за сколько мы его запинали? 19 минут примерно. Секунды. Там уже третья гера почти откатилась. 18.58. Ну, я говорю, 18.54. Покажите тактику, пожалуйста. Если мы первый ударил. Тактика, вон тот моб, короче, его бьешь, он того не трогаешь. Виланша... А нет, бегнись в танка. Виланша большого, череп зергаем, крест контролем. Поехали. Ау! Где контроль по кресту? Алло, сука. Вы что, совсем бичи, нахуй? Я хуею, нахуй. Это пиздец. Ну тот сывейдил, все нормально. Да, сывейдился, только Виланша сдохла. Вы вообще не играете, нахуй надо, да? Силы бомжи. Рез, эти Виланша один хуй откатится. Там кого-то банить этот... вроде можно, да? Танк должен быть отцом. Сейчас забаним, нахуй, синтека, нахуй. Они мертвецом. Блядь. Как там, синдром Торетто или как там Торетто? Синдром яйца, нахуй. Да, синдром. Механики банятся. Да, я уже это готов его банить. А, он не стал идти. Встаньте. Там он бигдем спекнул от протовара. Эй, беж нахуй. Хули толку, это не тот моб. Который отталкивает. Не отлетите в центр комнаты и не сагрите мобов, нахуй. А чё, так можно? Ну, блять, вот я смотрю, тело там стоит, нахуй, в центре. Ты что там, блять? Сука, ковер, пол рассматриваешь, блять, отлетаешь туда. Рисунок на полу, блять. Плитку изучает. Нахуе, блять. Плиткология. Видите, робот превратился в свой текстуры. Уже непорядок, уже это ветхое сооружение. Под снос его. Ни одного слова не понял, блядь. Все, я механика баню? Да. Сначала что-то на этом. Сначала на... череп убиваем. На гастарбайтерском что-то бы это было. Потом большого объем. Ну, блять. Не Виланша, пожалуйста. Там таунт. И агро набирай. Ну, когда откидывает, надо таунт и заново агро набирать. Ёбаный покос, синтек, нахуй. Быстрая рука синтека, блин. Все дал в бан, нахуй. Просто и рывок в бан, блять, и таунт в бан, и автоатаку в бан, блять. Да, да. Синтек, быстрая рука друида, блять.
самый быстрый бан на Диком Западе, но... Че он не душил? Да я и не душил, блядь. Брось змею, не души, говорит. Душить надо не синтека, душить надо... Змею. Так. Ну хуй, тип. Типа пуэл. Поехали. Череп первый бьем, не механика, а череп. А как ты бан снял с этого механика? Я не снимал, блядь. Диспелил. А, диспелил. Я просто думаю, блин, как он это сделал? Ну, вижу, что типа бан механика. Спал. Я обновляю. Потом обновишь и большого, после большого пошли бить. Только с... А, ну да, в принципе, тут уже не используют. Можешь снять, в принципе, по танчу. Еще раз кастовать начни в большого, например. Да, это я знаю. Надо просто еще раз кастануть. Юлю не проебите. А для нас было бы несчастьем Юлю проебать. Самый ценный игрок гильдии. Да. Сколько импакта никто не вносит. Ну танки, хилы — это самая основа. Потому что ходить сложнее. Да нет, потому что это ответственная хуйня. Ты падаешь, рейд падает, блядь. ДД падает, похуй, можно без него и падать. Не, ну не на всех боссах, но... Похуй, можно без него играть. Давай, сейчас упаду на роботе, что ты сделаешь? Да мы тебя бернем сразу. Не, мы тебя бернем сразу. Так. Этот самый. А я, Паша, пойду все в туалет, блядь. Так, они там тыми хилами. Оформите, пожалуйста, по этому. Как он называется? По кружку, нахуй. Какую-то хуйню. Или какой-то. Какую-нибудь любую давай, хуйню. Я покаяние дам, блядь, только не сбейте, ебаный. Да. Не-не-не, стой, череп. Стой, я сейчас трапу кину. Череп. А потом, если он все-таки побежит, дашь репет он свой. Этот самый, блядь, как... я заебался, блядь, ждать, когда вы договорите. Череп, короче, про товар держит. А крест все зергаем. Так, я даже не знаю, блядь. Кто там в танке? Есть? Нет? Все, давай, давай, давай. Ой, блядь. Меня он ебанет. Есть а какая? Есть. Стоит. Веди, веди, веди его, короче, к этой, к столбу света. Вот, веди сюда, вот где медведь стоит, вот к этой стене. Готовь прожимку какую-то отдать на каст. Потом... А, ну нахуй, блядь, под что? Все, сейчас, сейчас я за угол сейчас зайду. Я не на тот каст нажал. Ты что, бля, обрыгался? Обрыгался, да? Я понял, бля. Пиздец. Этот, сюда ведите его. Сюда. Смертники. Короче, к столбу ведите, к столбу. Сейчас механика в бан киньте кто-нибудь. Сейчас нормально. Сейчас пацаны там. Давай бан. Ведите сюда, к столбу. Видите столб, нет? Или нахуй надо? Нахуй, блядь, ебаный... Говно ебаное, блядь. Нахуй. Да никакой, уже похуй. Я, блядь, об угол, нахуй, носом зацепился, нахуй. Не мог, блядь, убежать. В реале, что ли? Какой в реале? Просто видел, Алпэма, блядь. Поднимите танк, у нас три танка лежат. Стоп, квадрат бежит, квадрат бежит. Да похуй на танков, уже просто без танков бейте, нахуй. Вон, пидора вот этого, блядь. Никого. Пусть тот в контроле обновите по нему. Покаяние сейчас кончится. Крабу кину. Квадратного убейте, блядь, мудака. А кого ему, чё он так бегает быстро? Не уехать, как она. Разъебывайте. Там сейчас надо будет уже это покаяние давать. Там кирсори плюсуй. Оппи, вас пошел. Синтек, ты там балуешься? Синтек, это нет. Этот. Это бар, все. Хули за пешечка в жлам можно и пиванды полупилькупить. Нет, нет, нет. Ну смотри, Савилаши как лежим вместе. Скринь, блять, потом будешь рассказывать в школе. Вилаша, нормально тебе там лежится? Ничего не это. Ни трет, ни жмет. Хули вы смотрите, да? В смысле, когда мне еще смотреть, ну ладно. Как дебилы, нахуй, ебаный сын. Ой, ебаный покос. Давай рыбу похаваем, что ли? За это дело, блядь, обмоем. Синтек, давай, наливай, блядь.
Обмоем, блядь. Ну наливать, блядь. Жопу не помой, блядь. Этот как он называется? Энергетик. Грязный циюк. Бля, поставьте кто-нибудь Дживса, пожалуйста, у меня деньги. Вон, смотри, около рыбы бочка есть. Могу такой джип поставить. Да а хочу поставить, хоть джип, хоть не знаю что. Джип в Москве. Хоть... На, поставил. Спасибо. Ремень упавшей звезды нашелся покупатель, нахуй. Кто, пельмень? Ремень. Урыл! Ё-моё! Круто! Сейчас мне пельмени тебе сварить. Там два механика, короче, но одного бану... Одного я зафирю. Да, да. Пиздец, эти механики, блядь. Я квадрат баню. Тверянь, короче, треугольник. Этот... первый крест бьем. Ну, про товар, блядь, держит череп, нахуй. Героически, нахуй. Смотрите, Стэтом потом в гости проедет, ну. Поехали. Так, ну сейчас Стэтом все прожимки отдам. О. Сейчас медведю нос почешу. Не, пока не кастует, нормально. Все отдал, нахуй, просто. Ладно, добьете. Нормально. Клык, ключ и крик на хп. Мне кажется, тебе надо больше шмоток на... Опа! Ура! Танка. Давайте череп ебанем. Это лучше даже шмота, блять. Это сгульки нос. Треугольничек сверяйте дальше. Ну что, останемся тут, робота потравим хорошенько, да? Да, хорошенечко вообще. У нас час остался бежать, в принципе, сейчас смысла нет. Время пройдем. Вон, бей треугольник. Да просто травмись, конечно. Три воронки, да. Слабо, да? Нормально, три камня купили уже. Да, это холи дринг, просто одну тебе, одну себе. На самом деле уже 9, блин. Сет же еще подкидывает, да? Наверное. Он там все в разные шапки вставляет. Нацмот, нахуй. Да. Че, у кого-то есть уже два куска? Нет, ты че, бля, мы не убивали еще. У констебла есть. Констебла, да. Констебла нет пока. Мне кажется, еще продукцию. Так, приходим. Смотрим, значит, кого будем убирать? Так, короче, кто будет бегать, нахуй? Ну, убираем кто всех хилов. Кто будет бегать, нахуй? В принципе, можете меня заменить. Да, да, спать. Да. Ты пизданулся, блядь, совсем, нахуй? Раз в год приходишь и на замену, ага. Сейчас. Опять пельмени. Ну, давай, предлагают, короче, с хантом попробовать. Однозначно потом, хан должен бегать. А потом, если не получается, короче, то... Второго соответственно... надо. Давай, Вара, закинем. Просто смотри, вот, я бегал, короче, в прошлый раз, вы когда у стены стояли, вот я по центру бегал, короче, чуть-чуть правее к боссу подхожу, меня уже АОЕшка и шоты, ну, как достает. Покажи, что? Докуда. Так что надо бегать примерно у 10 в левую сторону к выходу по кругу, короче. Максимум сюда вот заходить. Да? Да, и, короче, вот так вот по кругу в левую сторону к двери. Вот так вот, и пошел, бегаешь, вот так вот круголя даешь. Полумесяц, короче, разбегаешь, нахуй, вот там... Ну, да, хан же может, типа, на топот выбегать просто, нет? Не-не, да, смысл... Ты заебешься выбегать, пусть он просто, пусть он просто бегает... Там раз в 15 секунд у него же... Ну, он да, сейчас вопрос такой, кто там бегал? Лингеном ты бегал, да? Да-да-да. Лингеном. Вот тут, когда бегаешь, урон вообще тебе не наносится? Вообще не наносится, да. Если я говорю, если ты пересекаешь, короче, половину зала ближе к боссу, то тебя уешкой достает. А, ну тогда, короче, можно по духам просто бегать, да, и на чешках. Да, может. А там не надо на чешках. Я просто своим ходом, короче, бегал. Меня тут раз зацепило, короче, пол хп сбрило. Я подошел, похилился и дальше побежал. Ну смотри, если он подохнет, это вайп будет сразу. Да, да. Вот, короче, вот, тогда... И вот я предлагаю, что кто хилится, ну сам может хилиться, пробежал, ну, чтобы пробежал. Че по хилам? 4 оставим. Да, 4. Посмотрим. Так. Ставлю рыбу. А чё по сапротам или как мы будем? Чё пить? Ну, тряпки, пусть сапроты. Тряпки, да, сапроты. Я на АП ебану, чтобы генерировал агро больше. АП. Так, лучше сапроты, да, говорите, тряпка? А с танков сколько? Подожди. Ты как? А если ты не тряпка?
А если я 20% делю урона с это с петом, тоже надо пить? Пей нахуй, ёбаный в рот. Да, ты же тряпка, нихуй. Ну 20% уже делю, ебать. Чё, ну, тебе? Ну ты же тряпка. Сапрот, давай. Тряпка из-за чего пьёт сапрот? Потому что хпшки мало. Так, я 20% урона весу переходит, понимаешь? Не, у Лока там много хпшки для кастера. У Лока много хп. Это вот магия, да. Ну там, блядь, даже у меня в коже пробивает. Тут физушка же, да, этот топот? Топот? Нет, да. Аркан. Аркан? Да. Ну, значит, Локи могут, наверное, этот пить. Потому что если он связка души, у него, ну, там, на стамину прокачаны таланты. Чё, какая-то... Какая разница, аркан и связка? О, можно но мне... Но он 20% своего урона отдаёт пету, да. Ну, и да. А если бы физуха, то же самое было бы. Не,